сядем в него, наверное. А водителя выкинем. Водитель улетел с парашютом. Ну что ж, мы угнали, ребята, с вами самолет. Теперь мы решаем, что нам делать. Ребята, не забываем подписываться на мой канал, а также ставим палец вверх. Привет, привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, и сегодня мы уже с самого утра пораньше летим с парашютом, чтобы забраться на то высокое здание. Сейчас мы будем воровать вертолет с вами. Так, давайте как-то... Опа! Смотрите, ребят, какой крутой вертолет. Так, давайте его же с вами, наверное, заберем. Так, а куда же... Как же мы... Ого, ребят, смотрите, какая высота. Да, высота приличная довольно-таки. Так. А вертолет, смотрите, упал вниз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слишком далеко не слышно звука, что он взорвался. Так. У нас еще есть здесь второй вертолет. Смотрите, если вам видно. Но мы его лучше, я так думаю, взорвем. Вот так вот. И то не взорвался, ребят. Вот это крепкий. Давайте второй раз. О, это уже другое дело. Загорелся. А то совсем не хотел. Вот такая красота, слышите? Так, ну что ж, давайте прыгнем с этого здания. Вот и все. Так, давайте прыгнем с этого здания. Да прокатимся вот так вот в другой город. Ну что ж, поехали. Вау, вот это круто, вот это высота. Вот это да. Так, дядя, ты мне велосипед свой не одолжишь? Или мотоцикл? Так. Дайте мне приземлиться куда-то. Вот нам и мотоцикл дядя оставил. Ну что? О! Ну что ж, давайте прокатимся на мотоцикле, ребятки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихонечко. Только что-то взорвалось. Сбили, наверное, какой-то летающий вертолет или самолет военные. Надо было в город спуститься, а я поехал дальше. Так, а где мы сейчас вообще находимся с вами? Давайте посмотрим на карте. Так, если мы сейчас с вами здесь... Ой-ой-ой-ой-ой, я думал, мы с вами... Не в этом, конечно, районе. А мы приехали с вами аж сюда.
Ой-ой-ой-ой-ой, полиция, ребята. Полиция. Ребята, полиция, представляете? Что же делать, а? Давайте будем убегать. Так. Меня уже полиция чуть не захватила, так что давайте лучше... Лучше просто будем убегать. Куда же нам спрятаться, а? Так, дядя, ну дай свою машинку мне на время. А мы будем убегать от полиции. Тихонько. Так, мы вроде оторвались пока что. Пока полиции не видно. Ой-ой-ой, что же вы делаете? Что же вы делаете? Так. Так, ребятки, давайте, наверное, вызовем нашего помощника, чтобы он нас забрал отсюда. Что тебе нужно? Так, полетим мы. Так, эвакуируемся. Давайте, а куда же нам эвакуировать? О, ребят, вот в аэропорт. Давайте в аэропорт поедем, посмотрим, что там есть интересного в этом аэропорту. И дальше уже будем смотреть, что делать. Может, сейчас угоним какой-нибудь самолет. А там посмотрим. Вау, круто, да. Ничего не скажешь. Так, у нас здесь в ангарах пассажирский. У нас здесь есть вертолет. У нас есть пассажирский. Так, ну что ж, ребята, давайте угоним пассажирский самолет. Ого, вот такая, я понимаю, самолет. Так, ребята, а где же взлетная полоса? Вот там вот. Ну что ж, самолет мы угнали, давайте попробуем взлететь на нем, потому что управлять такой махиной не каждый умеет. Это довольно рискованно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тормози! Мы его обнаружили! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, что теперь делать? Я врезался в такой же самолет. И теперь за мной полиция, что ли, гонится или что? И вон еще один самолет идет на взлет или на посадку. Что ж, давайте включим двигатель, попробуем отъехать от него. Потому что... Ребят, мы его тащим просто за собой. Насколько сильный двигатель, что мы этот самолет тащим за собой, представляете? Да отстань ты от меня. Отцепись. Так, не получилось у нас эти самолеты... запутались, и у нас не получилось их украсть, чтобы улететь с этого
проклятого острова. Уже в какой раз. Меня увидел полицейский. Все. Хоть бы не арестовали меня. А вон пошел на взлет или на посадку. Давайте посмотрим. Да, ребята, я нашел то, что искал. Враг обнаружен. Да что ж ты? Да что ж ты? Быстро, быстро, быстро. Ребята, посмотрите. Посмотрите, я вылез на самолет. Мы сейчас будем взлетать. Ребята, мы взлетели с вами. Будем держаться. Вау, вот это да. Ребят, посмотрите, мы где мы находимся. Мы взлетаем на самолете, на крыше самолета. Сейчас скинет меня. Смотрите, самолет уже хочет сбросить меня, что ли. Он узнал, что я на крыше и начал вилять. Что ж, давайте сядем в него, наверное. А водителя выкинем. Водитель улетел с парашютом. Ну что ж, мы угнали, ребята, с вами самолет. Теперь мы решаем, что нам делать и куда лететь. И куда, собственно, его и, как говорится, садить. Ну что ж, нужно было до конца идти. Сейчас прикольнемся. А давайте с вами полетим назад в аэропорт. И лучше сделаем кое-что полезнее намного. Вылезем с вами на крышу этого самолета и попытаемся делать разные трюки. Давайте посадим его сначала. Ребята, не хочет садиться. Не открывает шасси. А надо, чтобы открыл. Но кувырок я не сделаю, потому что это не истребители. Сильная перенагрузка идет на самолет. Так что мне придется разворачиваться очень долго. Так, в принципе, лучше выпрыгнуть, да и все. Так что давайте так и сделаем. Ай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А самолет мой улетел, да? Чуть-чуть, конечно, не так, как планировалось, но тем не менее, все идет, как говорится, по плану. Так. Сейчас приземлимся. Ой, вы видели самолет, ребята, мой? Падал рядом. А где он упал? Давайте. Где-то взорвался. А где он хоть примерно упал? А не видно. О, ребята, идет самолет на взлет. Как раз тот, что нам нужен. Так что давайте приготовимся. Мы его обнаружили. Пришлите подкрепление. Ну что, ребята, готовы?
Я хочу взорвать. А, я никак это не сделаю, да? Ну да. Я заложил бомбу на него. Но... Давайте посмотрим. Но это ни к чему не привело. Я хотел... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, повредилась обшивка кузова немножко. Мы сейчас с вами посмотрим, сможем ли мы взлететь. Вот это да, еще и летим. Я думал, что-то, что мы не сможем лететь. Так, тихонько. Тихо, тихо, тихо. Я вам хочу сказать, что самолет отлично себя показывает, аэродинамические способности, отлично летит, хоть мы его и подорвали, но он все-таки ведет себя отлично. Ну давайте попробуем пострелять в двигатель. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, самолет начинает дымить, ребят. Давайте будем держаться, чтобы не слететь. Самолет уже начинает дымить, и я думаю, что через некоторое время он потерпит крушение все-таки, ребята. Да-да-да. Скоро загорятся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, самолет просто взорвался у меня на глазах. Смотрите. И он терпит крушение над океаном. Вы видели? Вот это да. Вот это мы с вами поиздевались немножко. О, а вот еще один аэропорт. Смотрите, и отсюда, может, что-то угоним прикольное. Давайте. Давайте посмотрим, что отсюда можно нам украсть. Так. Это аэропорт тоже типа. Взлетная ж полоса есть, смотрю. Есть, а самолетов нету. Да, самолетов нету. Есть только вертолет. Ну, гоним его уже в следующей части. Ну что ж, дорогие друзья, вы были на канале Вечное Детство. Кто не подписался на мой канал, советую это сделать. Ставим пальцы вверх. До встречи.